современном развивающемся мире биоулучшения организма повсеместны. Невероятный масштаб трагедии потряс местные власти. В регионе бушуют суперштормы, препятствуя помощи. Это тяжелые времена. И наше будущее зависит от наших решений. Нильцы скоро будут здесь. У нас примерно минута на то, чтобы отвлечь их. Башня, убрать все движение с полосы 1-9. Вас понял. Перебрасываю на полосу 1-1. Груз 4-0-1-9. Возгорание топлива на полосе 1-9. Посадка на полосу 1-1. Подтвердите. Эй, почему заперто? Подтверждаю. Иду на полосу 1-1. Вот, так. Окей, хакерский модуль готов. Калибрую систему цель указания Нева. Вот и гости. Нева, ручной ввод. Выберите цель. Ввод подтвержден. Параметры цели приняты. Это 4-0-1-9. Нацелитесь. В чем дело? У нас все в порядке. Может, сбой на вашей стороне? Огонь! Живо! Стреляю! Нева атакует цель. Огонь! Откройте дверь! О, черт! Ложись! Покончим с этим! Тейлор, диверсия началась, птичка подбита. Так точно. Турели уходят, чтобы среагировать на крушение. Двигайтесь к цели, захватите его раньше, чем расколется. Или сломается. Сделаем. До скорой встречи. Аминь. Пока не заняты упавшим самолетом, мы вполне сможем проскочить. Ну, если ни с кем не придется говорить. Так что держи пасть на замке. Защитная станция на той стороне в туннелях. Доберемся туда и точно определим, где находится министр. Не теряем голову. До тех пор, пока мы не начнем захват. Я за тобой. Приближаемся к охраняемым помещениям. Прием. Слышу тебя, Хендрикс. Давай уже разберемся с этим. Готов, жду тебя. Чертова сирена. Подключаемся. Надо узнать, где министр. Тейлор, сканируем лица. Ждем окончательных результатов. Еще заложники. Я-то думал, тут только министр. Я тоже. Бедные сукины дети. Нильцы известны своей жестокостью.
Тейлор, ты знал про других заключенных? Нас интересует только министр. Принято. Глянь ту передачу. Мы что, оставим их здесь, чтобы их пытали? У нас свои задачи. Ничего. А вот он, министр. Его перемещают. Нам нужно узнать, куда его переводят. Есть. Есть совпадение. Движемся в укрытие. Время? 2 минуты. 2 минуты. Я засекаю. Твою мать, ну ты и зануда. Ты прям глаз опыта и мудрости. Поверь, так и есть. Сверху! Камеры прямо по курсу. За мной. Тебе наблюдатели. Дознаватель стоит спиной к двери. 2 охранника внутри, расслабленные. Ты жалкий труп. По моему сигналу. 3, 2, вперед! Мы вытащим тебя отсюда. Делай, как я говорю, и все получится. Но как же лейтенант Халиль и остальные? Извини, нет времени. Халиль был героем каирского восстания. Он станет очень ценным инструментом для их пропаганды. Из него сделают отличный символ. Черт! Ладно, пошли! Вот этот. К двери, я прикрою. Министр. Халиль. Хендрикс. Готов драться, Халиль? Всегда. Мы заберем оружие из того шкафа и перепрограммируем его под тебя. Кажется, они нас засекли. Валим! Тейлор, цель +1. Освобождены! +1? Было приказано освободить только министра. Это лейтенант Зият Халиль. Слышал про такого? Не тормозите. Разберемся наверху. Нас будут встречать на следующем посту. Приготовиться!
там впереди, где грузовой лифт, вперед! Нам нужно подняться к ангару! Надо разделаться с пильцами, чтобы попасть наверх.